Рядом со мной Елена Белоус, дизайнер украшений из натуральных камней. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно, что вы меня пригласили на это мероприятие, на котором я уже не первый раз и не первый раз уже даю интервью. Это было на Новый год. Я рассказала о своих планах, и некоторые уже начали сбываться. Я хотела запустить новую линейку украшений из жемчуга, что уже случилось, и на следующий день ее разобрали полностью всю. И сейчас идет оформление патента моего бренда Елены Белоус. А так как у меня фамилия Елена Белоусова, я уже зарегистрировалась, что я официально пользуюсь своим псевдонимом в сокращенной фамилии Елены Белоус. Лена, и что в руках? Вот я знаю, что-то новое, да, сегодня это будет представлено, что в руках? Это диффузоры, которые также с натуральными камнями, также у них есть своя сфера деятельности, здесь я решила добавить все сферы деятельности, это на любовь, как говорится, скоро лето, и хочется все и сразу, и здесь вот как раз представлено все и сразу. Это на любовь, на здоровье, на знание, на богатство и так далее. Все эти камни здесь. Лена, запах одинаковый или разный вот у диффузоров? Запах будет абсолютно разный. Сейчас я еще пока что над этим работаю, потому что отдушки я покупаю, так скажем, заграничные, чтобы они лучше раскрывали свой запах. Общаюсь с людьми, какие им запахи больше нравятся, чтобы пустить это уже в массовое производство, так как я уже выхожу на Озон. Лен, а вот камушки разные, то есть вот у каждого камушка есть свой цвет, свое предназначение, кто за что отвечает? Да, конечно, все разные. Есть и по цветам, допустим, яшма, так как она разноцветная абсолютно, у него есть значение определенных цветов, своя функция. У каждого камня своя функция. Например, у тигрового глаза, это мой любимый камень денег. Жемчуг – это камень любви, семейной жизни в будущем, когда у девушки еще нету молодого человека. Но есть маленькие секреты, о которых я рассказываю самому владельцу будущего браслета желаний, либо свечи желаний, которые я также делаю. Лен, а где все это мы можем найти? Вот, допустим, посмотрели, захотели диффузор, где они это могут найти? Скоро я буду открывать свой канал, Елена Белоус будет называться. С какими точками и значками, это будет ясно потом. Уже я к этому стремлюсь. И в том числе есть телеграм-канал, который я уже открываю сегодня. Также Елена Белоус, нижнее подчеркивание, Е. Лена, а вообще вот покупателей прибавилось вот после того, как ты в широкие массы вышла? Покупателей... Пока на самом деле никто не знает. Я открою секрет, я первая здесь озвучила на такую массу, что я запатентовала. Раньше я боялась это говорить, потому что это было не запатентовано. А сейчас уже я могу с гордостью сказать, что это все запатентовано, поэтому я сейчас буду это выводить все в массы. Вот. Лен, какие пожелания всем тем, кто сегодня здесь собрался, сегодня выступит? Вот что ты всем желаешь? Я желаю стремиться к своей цели, быть счастливыми. И даже если у вас что-то не получается, вы подумайте, почему у вас не получается. Либо поменяйте свое мировоззрение и свой вопрос к этому. Либо идите другой дорогой, не тратьте это время свое. Все, Лен, спасибо тебе, новых открытий, новых клиентов и до новых встреч, пока. Благодарю, пока.